Привет! Меня зовут Евгения. Сегодня я познакомлю вас с серией удивительных развивающих игрушек для самых маленьких – игрушки-платочки. В дружной компании Мишка, Котик, Зайка, а также платочек-прорезыватель. В старые времена у каждого ребеночка был свой узелковый платочек. Он был обонятельным, зрительным и тактильным восприятием малыша. Платочек впитывает мамин запах, который так важно ощущать малышу практически все время. Пахнет мамой, значит, я под защитой. Узелковый платочек от фабрики игрушек Мякиши готов стать первой и любимой игрушкой вашего малыша. Знакомство с узелковым платочком можно превратить в увлекательную игру, надев его на руку. Он подходит для любого размера руки, как папиной, так и маленькой ручки ребенка. Яркие расцветки и разнофактурные материалы, хлопок, плюш, вышивка стимулируют зрение и тактильное ощущение. А забавный образ зверушки непременно вызовет живой интерес малыша и его ответную улыбку. В платочках использованы оригинальные цветные петельки. Они привлекут внимание малыша и вызовут желание дотронуться до них. В ходе игры с малышом, например, пряча игрушку и показывая ее вновь, ку-ку, развивается характерный для этого возраста хватательный рефлекс, что способствует эмоциональной и двигательной активности малыша. С платочком не только интересно играть в течение дня, но и засыпать. Он не имеет толщины и принимает форму тела ребенка во время сна. Кроме этого, в период прорезывания зубов платочек с прорезывателем поможет утешить малыша. Для этого на нем имеются узелки, пуговки и резиновый прорезыватель. Платочек с пустышкой даст малышу дополнительное чувство защищенности и покоя. Многофункциональная игрушка-платочек выполнена в лучших традициях фабрики игрушек Мякиши. Она не имеет острых углов, не мнется и не рвется. В сложенном виде платочек имеет небольшой размер. И поэтому его можно брать с собой как на короткую прогулку, так и в длительное путешествие. Он легкий и не занимает много места. Игрушки-платочки разработаны в лучших традициях фабрики игрушек Мякиши. Спрашивайте в детских магазинах вашего города. Мягкого развития вам и вашим деткам!